Мы когда смотрели там квартиры в Уфе с Юлькой, там дохренища предложений, само собой. И, ну, там пишут же, типа, допустим, раздельный санузел. То есть подразумевая собой, что у тебя ванна и... туалеты, да, отдельно, ванна да, отдельно. Да, да. И мы, ну, там Юлька находила одну квартирку. Раздельный санузел. То есть у них действительно туалет отдельно находится. Но ванна стоит на кухне. Там просто вот так ванна за шторкой, потом газовая плита, там все дела. Это что, студийка типа? Нет, большая хата, все дела. Просто такая какая-то странная планировка. Раздельный санузел? Ну, так-то все честно, конечно. Не, ну зато от холодильника недалеко. Типа в ванной сидишь такой. Что-то стреляет. Это далеко. На этой стороне. Нет? Мне показалось, что дальше. В ванне сидишь такой, ногой холодильник открыл. Да-да-да. Удобно же. Ну все, стоп, я, короче, убили трешку, убитую. Дверь. Бело? Нет, он зашел внутрь. В будку зашел. В окно смотрит. Не вылазь. Пусть маленько сделает сейчас шажочек. Не кидай, не кидай. Ты же не попадешь, наверное. Знаю. Напугаешь его только. Могу просто. Ну вот, он теперь ушел из окна. Сейчас я гранату ему закину, погоди. Ох, блин, не туда полетело. Немножечко. О, пикает. Погоди-ка секунду. Убил. Не, рипы прям красивые, чат. Жалко, я их не покупал, и у меня их нету. Кто ж знал? Они же были занерфленные. Раздельный санузел, туалет на улице. Ну так-то да. Тоже раздельный, по факту. Ну, это когда в детстве маленькая была, у нас был раздельный санузел. Сейчас мы тоже все дела. Пока просто, короче, не сделали, туалет на улице был. Каждую весну, получается, разливается, например, немного. И есть дома, которые стоят прямо возле реки, грубо говоря. И вот там, если на одну гору, так сказать, подняться, видно вот эти, как бы, домики. Блять, сверху. И там у одних типов туалет на улице, и он стоит вот 20 сантиметров до воды просто. Тоже я вижу. Может, зато дверь не закрывать. Я надеюсь, хотя бы на воду смотрят. Нет, сюда. К берегу. Не просчитали, надо повернуть. Дверь не закрываешь. Ну, может, там есть какое-нибудь окошечко такое, типа в виде сердечка. Не видно же с той стороны. О, это еще один аккаунт, кстати, этот. Мамонт Эдишн тут стоял. Долго он тут стоял. Мы что, сколько бегаем, блин? Пойдем. Не, да не можно вообще. Это бред. А сколько сейчас, кстати, стоит обновиться? Они же вроде цену понизили. Справа выстрела. Да, да. Попадание. С НДСом. Ага, ты смотри, в два раза понизили. Какие. Чудо кармана у него, да, за 13 тысяч рублей. Да уже за 11, походу. Не, тогда надо брать. 2000 сэкономишь. Господи, бот появился на глазах у меня.
Закинули 3 пачки дрожжей. Не, мы угорали, что у этих типов туалет биде, короче. Потому что он прям стоит, типа, немного над речкой. И вот буквально 20 сантиметров до воды. Готовят грену в кустах у бомжа. Ой, мне летит. Аккуратно. Он. Грену еще готовят. Ты от плаката не увидишь его там вдоль этих кустов? Там кусты вроде жиденькие такие теперь. Не вижу я. А ты смотришь, да, там? Угу. Где он меня прокидывает тогда? Он прям с забора какой-то впритык. Да, забор. Он за гаражами. Ты плохо? Ты убил? Не-не-не-не, я ранен. Бежит. У танка. Справа мои гаражи обходят. Запрыгнул там куда-то. Граната. Справа подходит ко мне. Убил. Гранаты на большой, как будто стройки летают. Уже не, ближе к нам. Мало, с огня опасно. Да. Иди пока, расчекай там аккуратно. Я сейчас захилюсь, подойду. Он на длину кидает. И нет, сюда кидает. Аккуратненько тут. Чего, они не хочет камеру ставить? Ну, камеру. А, вебку, что ли, наверное, ты имеешь в виду? Wi-Fi камеру. Что, Аня, ленивая жопка. Перепрыжки. Убил. Он крался, смотрел в огне опасно. Хай отдаю на перепрыжку. Наливняк! Блять! За кабиной наливняка. Нет. Он рашит меня. Красный контейнер. Стоит за красным контейнером. По мне. С длины. Да, мне херово. Со СТО хи... Меня убили. Да, блин. Их там трое, что ли? Я понял. Тут больше, чем трое.
Ладно, перезаходим в игру. Окей. Полненький баг, нравится. Граната. Двое, походу, еще живы, как минимум. Она опять залагалась. Мне кажется, еще один должен быть. Я тут наубивал кучу, я не знаю. Может быть, еще где-то есть. Говори, я спрятанный. Я говорю, смогу. Короче, я же собрала себе ямку, ну, полностью сборку собрала. Короче, убрала оттуда гамму, вот это все, ну, под сумок, вот это все, короче, убрала. И сборку сохранила. Сейчас я пытаюсь, короче, это заранее одеть. И у меня просто она зависает, и я не могу выйти ни в убежище, никуда, ни в главное меню. То есть ничего не нажимается, кроме вкладку друзей. Mm-hmm. Я перезахожу игру, захожу обратно в сборку. У меня то же самое происходит. Мне просто залагала сборка, она мне ничего дает в игре делать. Тихо-тихо-тихо. Челик решил подойти. Сборки вообще супер сломаны. Ачивка. А чё, я семерых не убивал в этом вайпе? Что за бред? То есть игра хочет сказать, что я в этом вайпе не убивал семерых? Я же убивал. Я даже девятерых, по-моему, убивал, когда водой приманивал чуваков на гаражах. Что это за ачивка? 7 чувака в одном рейде. По-моему, это гон какой-то. Ну смотрите, я убил 7. Плюс я, плюс Аня, это 9. Еще трое могут быть на карте. Лавруша, здорово. Таня там, да, лежит. Девятнадцать рипы проверить, да. Тоже хотел проверить. По сути, там магазины на 50. Будет полегче в этом плане. Но то, что дамаги там поменьше будет. То есть вектор 45-х, он в чем выигрывает? В том, что у него высокая скорострельность и большой урон. Минуту еще. Я в ангару вейкера подбегаю к выходу. Из-за скорострельности и высокого урона, то есть высокий ДПС получается. И низкий time to kill. Вектор, который на девятках, у него урон будет меньше. Из-за этого time to kill будет дольше. И возможно тебя
убьют быстрее, чем ты будешь стрелять по ногам. У нас, кстати, нету, короче, магазина красного и белого. У нас этот магазин по-другому переименовали. В смысле? Ты уверена, что это именно то же самое? Да, там, ну, красное и белое, в принципе, ты ведь заметила, у них у всех, короче, одинаковая панировка магазина. Практически. Ну, по крайней мере, когда я вот и... Мы там Питер, короче, приезжали и тому подобное, но как бы она одна и та же была. Кстати, 40 попаданий всего лишь. Везде. Я даже заходила в магазин просто спросить, короче, чисто по приколу, это оно или нет, и мне сказали, да, это оно. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.